Продолжаем разбирать двигатель. Дальше у нас идет вот эта вот большая шестеренка. Так, значит, у меня здесь с недавних пор появилась вот такая гайка, которая контрится таким маленьким болтиком. Раньше здесь стояла обычная гайка, но потом, когда я увидел про вот такую, то мне чисто случайно попалась вот именно правильная вот такая гайка. У меня, в общем-то, в моторе практически постоянно, сколько я его не разбирал, не пытался что-то там устранить, у меня постоянно идет звон. Ну, в принципе, я догадался, что это за звон. Одной из причин, помимо того, что у меня, может быть, было раздолбано сцепление, оно вот у меня вверх-вниз гуляло, это еще могла быть вот эта самая шестерня. То есть, в принципе, по звону напоминает. Очень частый звон такой. Вот почему мог быть этот звон. Внутри гайки, с одной стороны, есть проточка по диаметру. И когда мы закручиваем, она у нас должна полностью прижимать диск, а вот та часть, которая вот имеет внутренний вырез под вот эту утопленность, она должна как бы на шлице нормально насаживать, и оно не должно звенеть. Но как бы оно и без шлицов у меня почему-то очень гуляет. Ага. Очень интересно. У меня в запасе есть еще две такие шестеренки. Давайте сейчас проверим. То есть вот это у нас даже без гайки гуляет неплохо. В принципе, может звенеть. Ну, вот они немножко отличаются. Я, правда, не знаю, в чем именно прикол различий. Ну, как бы, можно ли вот эту ставить. То есть, как бы, два отверстия и вот такая плоская поверхность. Здесь же оно немножко так выпукло. Так. Ну, тоже погуливает. Конечно, да, еще может зависеть от вот этой вот шестерни, которая у нас отвечает за коробку передач. Но, для примера, у меня есть такая же вот эта шестеренка, которая здесь стоит вот так же. Давайте попробуем на ней. А вот тут вот, знаете ли, не ходит. Ну, если и ходит, то очень чуть-чуть. Вот эта, значит, которая до этого стояла, люфт больше. И вот этот вот непонятный. Как будто вот она новая. Ну, новое производство, новодельное, так называемое. Блин, я даже сомневаюсь. Вот у этой как будто даже лучше. Теперь давайте попробуем со сцеплением. Шайбочку, втулочку, сцепление. Ага. Ну, в принципе, оно подходит по зубьям. Зазор есть тут между ними, между сцеплением и этой шестерней. Как бы особо, ну, не должно оно задевать. Ну вот, вроде крутится нормально. Ну, значит, дело вот в этих изношенных шлицах. Ну, значит, скорее всего, будем менять. Далее снимаем вот этот вот механизм. Он у нас отвечает, так сказать, за обратную прокрутку педалей и, собственно, за тормоз. То есть, когда мы, как на обычном велосипеде, крутим педали назад, у нас происходит торможение заднего колеса. Тут у нас имеется вот такое вот кольцо. Оно, собственно, держит вот весь механизм, чтобы он не вылетел с вала. Ну, сейчас попробуем его снять. Так, так. Сняли. Ага. Ё-моё, куда она улетела? Совет: всегда придерживайте вот то, что снимаете второй рукой, хоть как-нибудь. Ой, полез искать. К счастью, нашел очень быстро. Вот такое вот у нас колечко. Ну, в принципе, оно очень даже хорошо держит. То есть, сколько я уже его снимал, эластичности своей оно не потеряло. Так, вверх вот так снимаем вот эту вот со шлицами часть. Собственно, все, мы готовы половинить моторчик. Для того, чтобы располовинить мотор, нам нужно открутить 10 болтов, которые находятся как внутри полости двигателя, так и снаружи. Вот здесь вот два по бокам, сбоку. Один вот здесь и два вот здесь. Ну, теперь все это дело откручиваем.
После того, как мы раскрутили болты, легче всего будет располовинить двигатель, убрав вот эти самые подушки крепления двигателей. Они у нас состоят из металлической втулки и двух резиновых конусов. Ну а теперь самая ответственная часть. Нужно отодрать одну половинку от другой. Есть зазор. Ну да, конечно, наша картонная прокладка порвалась. Теперь нам нужно вот эту самую шестеренку, которая у нас тут разбита со шлицами, крутить, чтобы найти положение, когда двигатель может, когда коробка, точнее, может освободиться из шлицов, из зубьев. Есть! А? Опыт ты не пропьешь. Вот теперь мы вполне прекрасно видим наш внутренний мир двигателя. Сейчас я объясню, в чем была загвоздка. Вот у нас вал коробки. Вот он у меня в руках. На другой части у нас есть еще один вал с шестеренками. Вот он у меня. И получается, что у нас вот так вот заходят шестеренки в зацепление. И чтобы можно было их вот так вот спокойно вверх-вниз перемещать, то есть снимать, одевать, здесь придумана хитрость. То есть, как видно, полость вот этой вот шестерни круглая. А вот тут имеется срез. Вот он. И он именно для того, чтобы сюда заходила шестеренка сверху. То есть вот так-то вот не особо-то она зайдет. А вот именно где срезанная часть, она спокойно заходит. И вот вам как раз-таки нужно поймать тот самый момент, когда вот это провернется так, вал с шестеренкой, чтобы у вас вот этот вот срез оказался параллельно вот этим вот зубьем, чтобы вы могли спокойно. Одна еще из проблем — это то, что у меня из педального вала, из вот этого, который торчит вот тут вот, вот он, течет масло. Это прискорбно, это мне не нравится, потому что он все загаживает. Этому две причины может быть. Здесь вставляется вот такая втулка со шлицами, на которую, ну вот, собственно, она вот так вот делается. На которую дальше вот одевается как раз наш вот этот вот тормозной механизм. Все дела. У нас имеется резинка снаружи и резинка внутри. Она вот здесь вот черненькая, ее слабо заметно, но она там есть. И вот они вот изнашиваются, поэтому отсюда хлещет масло. Вот надо будет как-то придумать, найти, может быть, другую немножко резинку, и внутреннюю, и наружную, чтобы это хоть как-то предотвратить течь масла. Это одна из проблем. Другая проблема, которую я вот уже вижу, это в сальнике коленвала. Как видно, пружинка у нас какого-то хрена слетела. Но это, скорее всего, из-за того, что плотно у нас одевался коленвал на него, потому что, я как помню, он очень туго насаживался на вот эту часть. Вот эта часть мне приходилось с этой стороны подбивать. Это, да, печально. Как я, оказывается, узнал потом, вот эти самые сальники, они свободно должны ходить на коленвалу, не мешаться ему. Ну, в общем, к сожалению, у меня это не выполнялось. Так, ну, достаем педальный вал. Достается он легко, просто. Так, коленвал. Да, выходит туго. Я понять не могу, он что? Ах, он с подшипником выходит. Ну ничего себе. Ну, к сожалению, коленвал вытащился с вторым подшипником внутренним. Да, это как-то немножко настораживает. К тому же, ну, имеются люфты. Ну, они маленькие, но могут превратиться в большие. При том, что как бы, практически у всех подшипников они одинаковые. Ну, что ж, подшипники под замену. Я стараюсь найти в запасах хорошие подшипники. Пока у меня отдельно вот коленвал, я решил проверить, как у меня будет сидеть будущее сцепление. Все, значит, правильно одел. Шайбочка тут, втулка, шайбочка там внутри.
потом, ну вот на этой, на корзине лежит. Вся начинка сверху, тут шайбочка и гайка, и чтобы чуть-чуть вот выступала здесь у нас часть резьбы. Слишком большой зазор между верхней вот этой вот, верхним вот этим диском со шлицами и вот этой вот частью, где у нас сухарик. Ну, как-то меня это подозрительно. Почему же там столько свободного места? При том, что, ну, наверх ход не особо-то большой. Я уже попробовал другую втулку, которая вот здесь у нас одевается внутри на коленвал. И как-то, ну, все равно тоже что-то не очень. Потому что вот это все крутится. Почему там столько свободного места, вот что-то понять никак не могу. Еще хочу рассказать про небольшой колхозик мой. Дело в том, что у меня плохо включались первая и вторая передача. Если на трассу включения передачи настроить так, чтобы включалась хорошо вторая передача, то обязательно будет слетать первая передача. Ну, естественно, если настроить хорошо, чтобы включалась первая передача, вторая вообще не будет включаться. Я пробовал другую пружинку, которая стоит вот здесь вот, которая у меня была, вторая. Особо не помогло. И тогда я придумал такой вот небольшой способ. Тут у меня стоит большая широкая шайба, которая устанавливается на такую возвышенность, там, которая, на которую до этого должна была насаживаться сама пружинка, чтобы не люфтить, и не дребезжать и ходить как бы, ну, параллельно вот этой вот оси. Сейчас, конечно, да, пружина у меня стоит немножко под наклоном относительно этого вот, этой оси. Но, во всяком случае, жесткость ее стала побольше, вот ход ее меньше стал, и она стала намного четче включаться, первая передача, и при этом хорошо работает вторая передача. Но, к сожалению, я не знаю, насколько долговечно и правильно было применить именно данное решение проблемы. Настало время подытожить сегодняшний день. Мы с вами разобрались со сцеплением, сняли его, в принципе, разобрались с нашим вот этим маховичком и вот этой гайкой, которая, возможно, была неправильно установлена, но по большей части проблема была именно, скорее всего, вот этих вот, вот этой вот шлицевой части второй передачи. Вот, это мы, конечно, еще проверим, заменим. Также я вам рассказал про свой колхозик. Также, к сожалению, у нас снялся наш коленвал с вторым подшипником. Мы узнали то, что наши подшипники люфтят. Они будут подлежены замене. Хочется более-менее сделать все бюджетненько, побыстренько, в плане того, чтобы не ждать. И все-таки надежно, чтобы лишний раз сюда не лазить. И он возил меня. Вот. Ну, на сегодня всем пока. Скоро увидимся!